Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял, но медицинских работников смутила все-таки небольшая температура 37,3 и покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где взяты были мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм, но мы сразу же демонстрировали свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и Всемирную организацию здравоохранения. Тот конкретный вуз, в котором мы выявили случай насильства, он переводится на индивидуальную программу обучения. Весь вуз, БНТУ.